С 10 по 15 марта инспекторы ГИБДД зафиксировали 314 нарушений правил поведения на дороге. 7 водителей были задержаны за рулем в пьяном виде. 22 автолюбителя не пропустили пешеходов, а 20 наказаны за перевозку детей без кресел. С 16 по 22 марта в Нефтекамске проводится операция «Должник». Водители, не оплатившие штрафы в установленный законом срок, будут наказаны повторно. Кроме того, под пристальным вниманием сотрудников госавтодорог на инспекции вновь окажутся дети и беспечные родители. С 16 марта по 10 апреля 2020 года на территории Республики Башкортостан и по городу Нефтекамск проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Целью данного мероприятия является недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За текущий период на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 3 ребенка погибли и 49 получили серьезные ранения. По городу Нефтекамск зарегистрировано 2 факта. В рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции совместно с управлением образования будут проводить ряд профилактических мероприятий, рейды по выявлению нарушений среди несовершеннолетних, а также по выявлению нарушений среди водителей, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств.